Кстати, скоро, очень скоро, на канале появится обзор на этот револьвер. Очень скоро... и отхил сразу. Чудесно, чудесно. Как бы криво ты не перестреливал противника, сколько бы ты ни лажал, если ты его все же перестреляешь, револьвер вознаградит тебя, восстановит твое здоровье. Привет, страж! Меня зовут Джонни Лейни, и это новый обзор на переработанный экзотик из дополнения «Военный разум». Багрец, он же Кримсон, револьвер, который появился в игре еще с прошлым дополнением «Проклятие Осириса». Особой популярности тогда он не снискал, а потому встретить его в горнило было довольно сложно. Чего не скажешь сейчас. Сегодня, если вы зайдете в горнило, то наряду с крылом бдительности и гравитоновым копьем, стражи повально вооружены этим самым экзотом. Я довольно поздно добрался до этого экзотика, потому что с выходом военного разума было много другого оружия, которое хотелось опробовать. Гравикопье то же самое, новая любовь просто. Однако я постоянно слышал, что багрец обязательно стоит попробовать и дать ему шанс в горнило. Я небольшой фанат револьверов во второй части, однако этот больше похож на обрезанную пульсу, чем на типичный кэнон. Так что если вы тоже думаете, ну револьвер не мое, то ошибаетесь. Почему? Давайте разбираться. Стреляет револьвер очередями по 3 патрона, как пульса. Эффективное расстояние тоже очень на уровне, особенно если вы вкачаете абсолют. Перезарядить магазин после того, как вы убьете противника в голову, восстановить здоровье за убийство – все это может багрец. Вы часто пишете, ну камон, почему только про ПВП ты рассказываешь в обзорах пушек? Ну вот это как раз тот случай, когда револьвер хорош и в ПВЕ, и в ПВП. Оба специальных перка этого экзота сыграют на руку в каком-нибудь героическом налете. Попадать в голову с этого револьвера довольно просто, опять же благодаря бёрст-системе стрельбы. А значит, при схватке с толпами хайвов на каком-нибудь эскалационном протоколе у вас будет регулярно и здоровье восстанавливаться, и патроны дозаряжаться. Знает, стреливай, гадов! В ПВП способность к регенерации здоровья решает одну из главных проблем – необходимость отступления на отхил. Если вы выходите из ганфайта один на один победителем, то даже будучи сильно раздамаженным, револьвер вас спасет, и через мгновение вы снова будете способны вступить в бой. Что особенно полезно в режимах состязательного плейлиста, где цена времени и вайпа слишком высока. Плюс револьвер очень быстрый, и он быстро извлекается, быстро прицеливается и даже перезаряжается быстро. Он хорошо подойдет для подвижной игры, единственное, к чему мне приходилось долго привыкать, это как раз его режим стрельбы по 3 патрона. Долго не покидало чувство, что он должен быть чуточку быстрее. Но если бы ему еще и бахнули скорость стрельбы, то это бы точно была ОП-пушка. В пару к нему в горнило я бы советовал взять что-нибудь на ближнюю дистанцию, например, пистолет «Последняя надежда». Поскольку с дальней и тем более средней дистанции багрец справляется очень просто. На ближней могут возникнуть некоторые неудобства. Так что я бы сказал, что да, на этот револьвер стоит обратить внимание. Если он вам только выпал, не спешите забрасывать в хранилище. Если повезло и выпал катализатор, тем более вкачивайте на абсолют и отправляйтесь уничтожать. А на этом все. Спасибо, что смотрите канал Triple Vibe. Если хотите отблагодарить канал, то ссылка есть в описании. А также не забудьте подписаться, лайк поставить и нажать кнопку колокольчик, чтобы получать уведомления обо всех новых выходящих роликах. Всем пока!